Всем привет! Сегодня у нас 7 июня, 24 год. 7 утра. Вышли на самокатопрогулку. На электросамокате White Siberia Nerpa Pro. Вот смотрите, какой у меня здесь конь. Конь вообще огонь. Погода у нас улучшилась, я считаю. Правда, дождик сегодня обещают. Было столько планов у меня. Ну, я побоялся далеко ехать. Здесь по городу покатаемся, в парк заедем, посмотрим, как там у нас дела обстоят. Там, говорят, розы расцвели. Посмотрим, как все у нас выглядит. Прокатнемся. Кстати, у меня вот пришел этот очиститель тормозов. Смотрите, 200 рублей всего стоит. На Валбрисе заказывал. Хочу побрызгать, обработать, чтоб меньше скрипели. Взял с собой, видите, потому что капает. Так, а это странно как. Ну, куда попадет, в общем. Я ее как-то покупал, уже пользовался. А, на White Siberia Slav Pro брызгал, отлично помогали, помогало, вернее, это средство для очистки тормозов, но и скрип устраняет. И очищает от грязи, от пыли. Сейчас побрызгаю, поедем. То дома-то я не стал посмотреть, потому что на полу было бы все. Поэтому с собой взял. Сейчас посмотрим, как на нерпе будет все. Может, где-нибудь какие-нибудь скрипучие места побрызгать тоже. Так, ладно. Думаю, мне на несколько раз ее должно хватить. Сейчас поедем. Так, мне здесь вот поправить надо. Камеру задрал как можно выше, чтобы руль в кадре не был. Меньше, вернее, был. Так, отключился уже. Подносим NFC, включаем. Так. Во. Ну-ка. Схватывать еще лучше стали. И скрип, по-моему, пропал. Ну, сейчас посмотрим в процессе. Хочу вот здесь вот показать. Я здесь хожу вот на Валберисе, новые открыли. Забирать посылки. И здесь посмотрел, здесь во дворе, ну, правда, уже 2 недели прошло, во дворе цветы такие были, прям интересные. Красиво этот, ухаживают здесь. Вот смотрите. Сейчас покажу. Смотрите, здесь какая красота. Смотрите, здесь весь двор прям засажен. Люди ухаживают. В общем, на курортный бульвар заедем тогда. В долину роз заедем, посмотрим. У нас переулок Школьный, 39, дом, адрес. Смотрите, глаз радуется, да? По-моему, возле каждого подъезда так. А нет, там дальше туи. Вот такая здесь красота.
хотел вам показать. Просто заехал сюда. А вот здесь вот в Альбрис я хожу. Там еще мало народу вообще. Никого практически не бывает. Он новый, открылся только. И... В общем, очередей нет. Нормально. Там и Калинин уже невозможно. Стоишь по полчаса в очереди. Там даже, знаете, как сделали? Если вы выбираете этот пункт выдачи, то платно даже. Из-за того, что много людей, будет платно. Переплачиваете, короче. Выберите другой пункт выдачи, если не хотите оплатить. Так, что у меня там, камера нормальная или нет? Может быть, чуть повыше поднять? Вот так, да? Так, как нам поехать? Проспект Победы? Не, наверное, чуть пониже надо так. А, температура воздуха плюс 18 сейчас. В общем, у нас похолодало вчера вечером. И те все дни, вся неделя пекло было. Около 30. У меня вчера в интернете 30 показывал, а я на работе там электронный 34. Ну там брешет, мне кажется. Там все-таки, может быть, чуть солнце попадает или как. В общем, прям очень было жарко. Очень жарко. На солнце вообще невозможно. Я уже отвык от жары за 3 года проживания здесь. А вечером ветерок принес, короче, холодный воздух, дождичек немножко прошел. Вот сейчас у меня собака будет, моя любимая, провожать меня. Ветерок, кстати, есть 3 метра. Давай, начинай. Вот. 3 метра в секунду ветерок есть. У меня столько было планов, столько идей, куда поехать. Ну, на дальняк, я имею в виду. Так он, на ближний дальняк, так сказать. Давай пропустим эту машину, блин. И... Посмотрел я, короче, прогноз погоды на всех сайтах. Прям почасовой прогноз. На всех, конечно, разный был. На некоторых 10 утра возможен дождь. На некоторых 12 дождь в час. В общем, непонятно. Я решил не рисковать. Сейчас день там встряну. Как говорится. В грязи, где-нибудь там в горах, и поэтому я решил, вот мой проспект Победы, решил по городу прокатнуться, а не стал рисковать. Сейчас 7 утра, не знаю, я говорил, нет. Сказать. Зеркало поправим сейчас чуть-чуть. О, вот так отлично. Вот так отлично. В общем, я все смазал. Скрипел, нашел, а что скрипело. Скрипело у меня вот крепление к подседельному штырю самого седла. Вот это есть такая вот площадка. В общем, вот я ее ослабил, туда побрызгал. Перестало скрипеть. Сначала думал в нижней площадке, а оказался в верхней. Но в нижней тоже побрызгал. Всякий пожар. Вот это, кстати, фигней. Очистителем тормозов. Вот жилой комплекс «Звезда», проспект Победы, 43. А
Я ж прям соскучился за неделю по самокату. Как назло, как мой выходной, так какая-то непогода. Вот почему бы сегодня жаре бы это не быть? Я бы сейчас поехал бы куда-нибудь. Может быть, и не будет дождя, обычно не ошибаются. Задувает там, да? Империя львиц в цирке. Не люблю я цирк, потому что там участвуют животные. Я против участия животных в цирке. Поэтому, если бы там люди бы участвовали кто-то, я считаю, это насилие над животными. Все равно они не будут подчиняться, только если к ним грубо обращаться, бить их, тогда они будут слушаться. Поэтому это, я считаю, это жестокое обращение с животными, поэтому не одобряю этот цирк. Если ходил пару раз, но только когда животных не бывает, когда люди там участвуют. Мое такое мнение. Блин, надо было сюда вот заехать. Что-то я это показать вам вот здесь вот. Там розы, кстати. Пойдемте покажу. У нас сегодня цветочная прогулка будет такая. Цветы покажу. Сейчас вроде все расцвело. Смотрите, какие розы. Не знаю, это розы же считаются. Я вообще не знаток в цветах, если что. Нормально, да? Правда, темно сегодня. Вы представляете, вчера уже в это время где-то было где-то 25, наверное. А сейчас 18. Прям сейчас вообще балдеж вот по температуре. Самый идеал прям. И влажность градусов, процентов 50. Вот смотрите, библиотека, кафе и книги. Вот, открыли, тут раз закрыт он был, кстати. С 11 до 22. Вот здесь еще такая вот парк. Как он там, парк лет? О, книги здесь, смотрите. Бесплатные, наверное, кто-то, кому книги не нужны, можно сюда принести. Зверобой. Вот, я, у меня такая книга, кстати, была. Зверобой или первая тропа войны, он вообще-то правильно, по-моему, назывался. Да? Я помню название. Точно. Ха! Угадал. Вот вы можете прийти почитать или что-нибудь свое принести здесь оставить, ненужное. Там даже вон какие-то газеты, Лесков, Сидни Шелдон, Донцовы, Печатный двор. Здесь еще у нас детективы, в общем, есть много. Вот можете прийти здесь почитать. Из такого сквер Победы, он, по-моему, правильно называется. Я уже много раз называл его название, но мне никто не поправил. Значит, действительно, он так и называется. Вот здесь такая тренажерная площадочка. Хорошо в 7 утра, никого людей нет. Дождик как раз все охладил. Все освежил вчерашний. Ночью, наверное, мне кажется, тоже был. Немножко дождик был. Нормально.
нормально здесь такой скверик, он небольшой. Там вот надпись «Привет», которую недавно поставили, ее показывали. Пойдите посмотрим, в каком она состоянии, кстати. Ой, что-то качели не вижу. Качели поснимали. А, не, вот они. Ура. Я что-то подумал, что они с этой стороны. Ну уже, смотрите. Дети лазят, все поиспачкали. Грязные уже. Надо, конечно, все это отмывать время от времени. Видите, все здесь. Ну это все отмоется, конечно. Моющими средствами. Здесь даже вон стерлся уже этот пластик. Подтерся. Ну, пользуется популярностью, видимо, у детей. Нормально здесь полазить. Туалет, кстати, там. Я его показывал, нет? Он должен быть бесплатный. Я подтянул ножку, она теперь... Она что-то у меня болталась, а я чуть подтянул, теперь она туговато стала это, туда-сюда ходить. Ну, заработает, наверное. Туалет хочу посмотреть. Работает, нет? Вот сейчас 7.10. 7 часов 10 минут. Работает, нет? Если зеленый, значит, наверное, свободно, да? Я так понимаю. Нифига закрыто. Еще закрыто, наверное, с 8 утра будет работать. Правильно, а здесь кто здесь будет? В 7 утра навряд ли кто здесь будет. Это я вот ранняя пташка, блин. Встал. 6 утра еще не был. Посмотрел прогноз. Мне не понравился. Планы, конечно, сегодня были грандиозные, куда поехать. Будем прям ждать, чтобы не было дождя. Так, а что, мне по дороге еще можно поехать? Ну так, по дороге поедем. Нерв у меня как бы образца 23-го года. Сейчас должна новая выйти скоро. Уже обзор на нее есть. Не знаю, когда она выйдет, правда. Еще пока нет в продаже, в наличии. И неизвестно, сколько цена. И спутник также новый. А, должен выйти вот. Так, мне кажется, надо на ту сторону приехать. Бордюры высокие прям вообще. Вроде бы должны взяться за пешеходные переходы. Ремонтировать даже. Начать. Блин, мне кажется, как-то камера чуть неровно. Вот кольцо здесь у нас. Ну так поровнее, да? Блин, у меня там подбородок, интересно, в кадр не попадает. То я прям задрал ее, а вот она мне сантиметр два до подбородка не достает камеру. Очень долго. Минимум минуту, наверное. О, никто не нажимает, не нажал. Придется мне нажимать. Ждите, видите, горит. Смотрите, сколько пошла уже. 10 секунд было. 10 секунд. Как минимум минуту, наверное, ждать было. Вот один не выдержал. Нарушитель.
Сейчас хочу пройти по курортному бульвару, не проехать, а пройти, потому что там нельзя. Это как бы для пешеходов, знак стоит. Я уже говорил много раз. Клиника красоты и здоровья. Так, сколько прошло? 40 секунд прошло. Вон еще. Видите, сколько нарушителей за одно время, за одну минуту, можно сказать. Так. Вот минута прошла. А мы все стоим. Ты смотри, вот прям вот неправильно настроен. Так, вот сейчас моргает, смотрите. 23. Так, одна минута. 20 секунд мы стояли. Это очень долго. Я считаю, это очень долго. Секунд 30 максимум должно быть. Не больше. Вот от этого места уже нельзя ехать. Так. Наверное, по той стороне пойдем, чтобы это под правую руку было. Здесь, кстати, полили вот недавно, видите? Там поливальная машина ездит. Тут поливочную воду не провели. Тут фонтан открыли, но он не работает. Не знаю, может, будет работать. Сейчас вообще здесь, наверное, не будет ни один фонтан работать. Рано еще. Смотрите, людей уже много. Розы. Так далеко, наверное, да? Сейчас поближе подойду, покажу. Вот самая середина цветения, смотрите, половина бутонов еще даже не раскрылись. Запах немножко такой есть. Запах роз. Что-то хотел сказать, забыл. А! Вот эти вот куранты, блин, здесь как на Московском Кремле они играют. Представляете, когда вот погода такая тихая, 3 километра до моего дома отсюда. И их слыхать, вот эти куранты. Я думаю, что это эти куранты слыхать. Потому что ближе ко мне нету ничего больше. Все любимые, я работаю, да, я там. Вот идем пешком, вместо того, чтобы ехать. Здесь что-то пустота вот не хватает прям. Цветов каких-нибудь. Здесь смотрите, как засадили. Не знаю, как они называются. Вот эти яркие прям нормально бросаются в глаза. Видно, не видно там, не знаю. Поливает машина едет. Пройду, там машина. Машину, чтобы не обходить. Вон розы те желтые зацвели. Здесь тоже что-то пустота. По-моему, в том году здесь засажено было чем-то. Я так предполагаю. Не помню, правда. Посмотрите мое предыдущее видео. Не предыдущее, а в том году, я имею в виду. Где-то в июне месяце, да. Я снимал. Не знаю, если не забуду, ссылку оставлю в описании. Это бывает, забываю. Здесь тоже ничего нет, видите?
Розы в том году тоже вот эти здесь были. Блин, там 20 секунд осталось. Да, тоже где-то процентов 40 распустились, а остальные еще нет. В общем, они как бы надолго. Ух, здесь какой запах роз. Здесь прям намного сильнее запах роз, чем там. Вот почему я тороплюсь, чтобы здесь перейти по-быстрому. Что мне тарахтит, не пойму. Баллон, что ли, этот? У меня там еще этот мультитул же лежит. Ну здесь вот что-то они, видите, веревки натянули. Что-то будет потом еще посадить, наверное. Фонтан еще не работает. Еще рано. Ехай, там забыл вам показать. Возле бювета номер 5. Там же, ну ладно. Там что-нибудь есть, нет? Там, по-моему, тюльпаны были только. Знаю, ничего нет сейчас. Вот они здесь какие-то хвойные посадили. Маленькие вот эти кустики. На тую похоже. Главное, Нарзан Иван. Вон, кстати, эти мониторы поставили, по-моему, их не было раньше. Рекламные. Не знаю, как там что видно на камеру. Должно быть видно, угол-то широкий. Здесь какие-то желтые цветы. Ну, редкие. Там вам, наверное, не будет видно. Надо поближе подходить вообще. Вот, в полутора метрах я стою от этого цветка. Да, у меня там бутылка в этом рюкзаке. Бутылка с водой. Вода болтыхается туда-сюда в ней. А они в скрине полные. Может, вон там не слышно. Чебуратор. Не знаю, но что-то мне показалось, что в том году как-то больше всего было. Или мне как кажется, не знаю. Надо прошлогоднее видео поднимать, смотреть. Вот эти розы тоже в том году были здесь. Ветер, кстати, здесь вообще нет. На Курортном бульваре. Как вам розовое поле? Розовые розы. Здесь также был. Рисунок чуть другой. Нормально смотрится, да? Визит-центр.
Где у нас еще там цветы-то есть? А, там где напротив колоннады. Сзади колоннады. Между зданием ресторации и колоннадой. К этим слонам, к фонтану не будем подходить, он так-то не работал, а сейчас тем более рано. Даже если он работает, то он еще рано, его еще не включили. Лягушки не работают еще. Меня отсюда не видно. А, лягушки работают, смотрите. Чуть мне издалека показалось, как будто не работали. Что включили. Ясно. Сейчас, наверное, сгоняем на долину роз. Посмотрим. Сейчас-то розы там. Ну, 80% точно, наверное, цветут. Арзанная галерея еще закрыта, да? Она только 8 откроется, по-моему. Сейчас у нас 7:26. Ну, через полчаса, считай. Или, может, работает уже? Сейчас посмотрим. Работает уже, она с 7, значит. Что, зайти туда, что ли? Не будем заходить. 100 раз там были. Это у нас видео опять затянется. Эх, надо было мне там пойти, чтобы здесь по ступенькам не это. Не прыгать. Прокатные самокаты стоят. Там немножко тоже цветы есть он. Возле галереи этой. Парковой галереи. Сейчас мы еще на площадку роз заедем. Перед долиной роз. Как она, царская площадка, по-моему, называется. Вот фонтан работает. Здание ресторации. Был раньше, от него только облицовка осталась. Колоннада. Там не работает еще фонтан. Почему-то. Наверное, еще не дошли включатели. Я не знаю, вот здесь еще уже можно или нет насмакать ехать. Там вон 100 метров велодорожка уже будет. Я знака не вижу, где здесь знак-то. Если я, допустим, с парка приехал. Мне кажется, можно где-то там возле Арзанной галереи знак. Что у нас там река Ольховка-то? Чистая, нет? Там в горах сильный дождь был. Ну так, средняя. Средней грязности вода. Там в горах, значит, тоже дождичек был. Но не сильно грязный. Так же, как Кисловодский, в общем. Небольшой дождь. Не знаю, здесь что проехать. Да уже, наверное, можно здесь ехать. Смотрите, самокат почему-то не выключился. Потому что я его катил, что ли? Что-то этот, все равно жарковато немножко. Наверное, сейчас уже
около 20 градусов стало. Для меня вот идеал погоды, плюс 18, влажности 50%, чтобы было пасмурно. Вот идеально для меня погода. Здесь, смотрите, тоже розы немножко здесь справа вот зацвели, а слева еще нет почему-то. Почему? Вроде те же самые. Там холоднее, что ли, немножко с той стороны. Цветочный календарь, вон, июнь 24. Видите, здесь вот некоторые зацвели уже, процентов 30, наверное, 20. А с этой стороны нет почему-то. Баллон там этот обруль, короче, вьется. Кстати, тормоза не скрипят, кстати, заметили? Побрызгало этой фигней. Промыл там. Они скрипели, как я вот под дождь попал. И то передние, по-моему, только. Под дождь там вот этот, видать, пыль, мусор попал. Появился скрип такой характерный. Памятник Ас Пушкину. Тоже вот смотрите, розы какие-то белые, летние розы. Не знаю, кто это. Какая-нибудь разновидность роз, наверное. Сейчас мы туда, на ту площадку роз наедем. А, Кумысы лечения. Еще там раньше было. Здесь сквер Лукоморья слева. Детский такой парк по сказкам Пушкина. О, смотрите, здесь осмотр новый сделали. Точно. Или нет? А, нет, просто намокло. Намокло, и кого-то новый. Полили, машина какая-то поливочная проехала. У меня самокат грязный был. Вот велодорожка, видите? Блин, сейчас у меня самокат грязный теперь будет из-за этого. Когда-то пуговый один, вообще вот эту горку мне не затянул. С педалями я заехал еле-еле. Вот оно, что здесь вот, смотрите, размолотили все, короче. Наверное, ремонтировать. Или размыл здесь. Вот я еще здесь розы хотел показать. Что-то за птица кукарекает. Зеленый красноголовый. Видите, прыгает? Сейчас поближе подойти. Эх, улетел, блин. Дятел такой ядовито-зеленого цвета. С красной головой. Вот смотрите, розы. Вот справа белые. Слева какие-то разные розы. Здесь вот тоже, смотрите. Какие-то вот растения, какие-то непонятно, с ягодами. Смотрите. Что это такое за растение, не знаю даже. Ай! Интересно, этот фонтан работал в этом году, нет? Еще один фонтан. Здесь плакучие ели такие, смотрите.
место офигенское. Там мужик в трусах на эту беседку. Вода есть, значит, работал фонтан. Просто еще не время сейчас. Рановато. Мужик там тренируется, короче. И здесь тоже что-то было, смотрите. Все заросло. Еще руки у них не дошли. Что-то здесь как будто какая-то надпись была. Что-то мне опять немножко скрип какой-то стал. Надо будет побрызгать. Над этой, ВДшкой, наверное. Или какой-нибудь такой силиконовую смазку купить. Это все-таки как бы очиститель тормозов, он как бы не смазывает же. Он просто очищает. Надо, чтобы смазка была. У меня эта фигня силиконовая закончилась. Надо купить баллончик новый. Там машина провела здесь так. Раскопали, что-то провели, короче. Блин, а здесь получше ехать. Здесь как бы впиталось влага. Чего здесь ехать? Опять самокат мыть придется. Дальше раза в три. О! Получше. Бессмысленность этих велодорожек. На первой скорости даже второй не включал свет. Видит, что велосипед едет, все равно не отходит даже. Здесь прям вообще прохладно. Холоднее здесь. Деревья задерживают прохладу. Такого не было. Мы уже на долине
Рос. Кыш. Здесь тоже розы. Перед долиной роз еще розы есть. Вот. Такая площадка небольшая. Сейчас покажу. Сейчас день серединки, короче, пройдем. Ну, роз полно, я вижу. Сейчас на самый разгар цветения. Вот здесь, да? Сюда вот. Сейчас покажу. Дык, смотрите, вот в красных камнях, короче. Так, вот так чуть опущу. Только не забудь потом поднять, когда поеду. Запах здесь стоит, да? Запах роз. Запах цветения. Вот смотрите, самый пик цветения на долине роз. У нас сейчас практически середина июня. В том году я в это же время снимал. Вот эти еще даже не распустились, смотрите, вот. Им еще дня 3-4 надо. Ну, в общем, вот с середины июня до середины июля, наверное, здесь вот все будет цвести, так прям вот самый такой пик, разгар цветения. Это помпонелла. Германия, 2005 год, класс флорибунда. Шлем давит мне прям спереди что-то. Цикламен, Франция, 59 год. Все европейские сорта. Российский сорт есть какой-нибудь хоть один? Это кто у нас? Вестерленд, Германия, 69 год, шрабы, класс. Блин, самокат даже не отключил. Не угонит. Сейчас сам отключится. Здесь вот прям, смотрите. Вид нормальный. Здесь некоторые повторяются, по-моему. Запах чувствую такой, цветение роз. Плюс еще такой немножко запах сырости лесной. О, а что этот висит? Канатная этот. Канатная дорога этот висит, как он называется. Кабинка. Великобритания, 97 год, английские розы. Роза Софи. Мелкие они такие по росту, но много на одном кусту, штук 10. Люди уже есть, смотрите, люди такие ранние, кто там восточнее, у них время-то больше, они уже привыкли по этому времени, наверное, часов в 6 утра уже сюда приходят. Королева Елизавета, США, 1954 год. Смотрите, они росой покрыты, дождевой водой, какой росой. Вчера вечером вроде, может быть, ночью здесь тоже прошел дождь. Я не знаю. Это тоже цикламен, уже видите, повторяется. Вообще, вот эти вот все квадраты здесь в шахматном порядке засажены. Когда-нибудь, может быть, все будут засажены здесь. Канада, квадра, 94-й год. Интересно, они такие махровые прям.
Но они уже, видите, они уже некоторые не расцвели, а некоторые уже опадают. Double Delight, двойное удовольствие. США, 77 год. Чайно-гибридные. Вот опять цикламен, там уже был у нас, два раза встречался. Но тут может быть сортов 10, я так думаю. Вот Вестленд тоже был уже. О, такой запах сейчас пошел, розовый. Снежный вальс. Таун Тау, 87 год. Клаймбер класс. Белые такие. Что это за столбики, интересно? Папа Майян. Мейленд, 64-й год. 63-й, вернее. Мишка. Мишка называется вот эти розы. Франция, 98-й год. Класс шрабы. Как вот у нас вот шрабы, по-моему, где-то попадался уже. Класс. О, Джакаранда. 85-й год. Германия. Чайно-гибридные. Вот нормальные, да? Смотрите, какая. Офигенная прям такая. Роза. Крокус Роуз, английские розы, 2000 год, Великобритания. Вот эти вот белые. Так, эти мы уже видели. Голубая рапсодия. Великобритания, 99-й год. Класс шрабы, тоже шрабы. Немножко они уже... Да еще дождик, может быть, их немного повредил. Отключился, да, отключился. Сейчас снова включим. Включили. Здесь еще пройдем. Уже здесь что-нибудь новое будет. А вот новая. Ночная сова называется. Клаймберы класс. США, 2005 год. Вот эти вот. Вот эти. Это какие-то разные здесь. Здесь полевые, поливочные эти шланги, капельный полив. Так, ладно. Я думаю, там видно что-нибудь будет. Так, камеру поправить надо. Вот так. То я забываю обычно. Опущу, а потом не поднимаю. Куда поедем? Куда дальше поедем, да, по парку? Или поедем по городу, покатаемся? А, мы сейчас, короче, проедем там. До зари, да? А там покатаемся где-нибудь потом. Посмотрим, в общем. Вот эти вот прям кустовые розы, вот эти высокие, прям нормально смотрятся. Прям вместо забора можно сажать. Вот кафе «Долина роз». Или по парку погоняем.
посмотрим. Запах цветения вот этот вот белый. Свежесть такая прям вообще. Не, по парку лучше покатаемся. А то пока народу мало, погода хорошая. А, правда, темновато. Для камеры очень сложные условия. Мало света. Мы будем считать нормально. Смотрите, яркая какая трава. Ярко-ярко. Еще сейчас дождичек ее смыл, грязь, вот эта пыль с нее. И она стала чистая и яркая. Скала вот кусочек. Серые камни. Оп, что-то на меня капнуло. Неужели дождь начинается? На лоб что-то капнуло. Ну ладно, мы недалеко от дома. Грязюка будет, я так думаю. Они наоборот на велодорожку от меня ушли. Вот на первую скорость, смотрите, вообще тянет как, блин, это 30% мощности практически. Заехали как пушинка, блин, заехал. Аккумулятор еще у нас ни одно деление даже не пропало. Запах сосен не чувствую пока. Так, что за звук был? В районе камеры какой-то звук был. Солнышко, что ли, поехать? Даже не знаю. Давайте съездим на красное солнышко, может быть. Вот по этой плохой дороге. Автомобильной дороге поедем. Не картинный круг. О, Суйка. Дороги на первый скорость, за вторую включать. Вот. Такая автомобиль, там Теренкур для пешеходов. Здесь как бы для автомобилей. И для велосипедов там. Давно я здесь уже не ездил. Месяца три, наверное. Или два. Здесь как бы покороче, мне кажется, дорога. Там вот Теренкор вот туда-сюда, туда-сюда петляет. Как серпантин. Здесь как бы, мне кажется, по этой дороге быстрее можешь дойти. До красного солнышка. Немножко пробуксовывает переднее колесо. Тридцать процентов мощности ее, смотрите, вполне хватает. 3 киловатта, 600 ватт мощности. Тут, блин, и 1,5 киловатта хватило бы. Что значит прямой привод? И, ой, вернее, полный привод. Сейчас уже практически проехали. А пешком вот это все, вот что мы едем, это очень тяжело идти. И
Волга. Вот мы уже на горе Красное Солнышко. Здесь рассвет встречают студенты на выпускной. Сейчас вам покажу здесь, то есть проедем сейчас. Это такое эпичное место, так сказать. Место для фотографирования. Здесь раскопали, собаку что-то раскопал. Смотрите, как мы высоко забрались. Шиповник вот цветет тоже. Тут, кстати, груша вот эта. Или яблоки, по-моему. Смотрите, какое здесь эпичное место. Каменные грибы. А там внизу птицы заливаются прям. Красота. Вон этот храм воздуха новый. Что-то опять его прикрыли, по-моему. Там, смотрите, в районе Березовского, а нет, Аликоновского. Солнце даже вылезло. Остальное все в тени облаков. Там, смотрите, типа гора-кольцо, типа, наподобие. Дырка в грибах. А мы туда выше сейчас не заедем, потому что там по ступенькам надо будет. На Олимпийский, я имею в виду. Сейчас поедем вниз. Едем, короче, туда вниз, где-нибудь там в парке покатаемся. Хочу, знаете, может быть, в пятницу будет, если будет у меня это, погода нормальная. А если все сговорятся и не будут обещать дождь, все эти синоптики, блин, то мы, знаете, как куда съездим? До Илькуша, короче. До Илькуша, ну, от которого до Березовского, в общем. Туда вдаль. До Илькуша доедем и туда вниз спустимся, короче. До озера, может быть, дойдем, до автобуса этого заброшенного. А... Сгоняем. О, кстати, что-то опять заскрипело. Передний. Сзади заскрипел. Что, его плохо побрызгал, что ли? Сейчас пока. Может, передний скрипел. Здесь плохо вот брызгать с этой стороны. Не подлезешь. Запах такой у нее прям балдежный. Вот у этой фигни, вот этой брызгалки. Туда что ли побрызгать? Где он там? Может, здесь скрипит что-то, блин? Чуть-чуть поскрипывает. А, что хорошо, следов не оставляет. Она быстро высыхает. Она такая, не знаю, какая-то спиртовая, что ли, блин. Фиг его знает. Ну, нормальная хрень.
Тем домом сработает. Так, а может быть нам? Вот дрова здесь, валежник. Здесь поехать где-нибудь? Как вы думаете? Пока людей-то нет? Чтобы вам теленку хоть показать. А может быть мы сейчас прям по туристической тропе проедем? До первого спуска вниз? Точно, давайте так и сделаем. Вот у нас туристическая тропа отсюда начинается. О, запах чувствую чего-то. Что-то цветет. Шиповник, что ли там. А вот смотрите, где мы будем наверху. Дети, каменные грибы. Сейчас мы до первого спуска там, не доезжая до хозяина гор, а барельеф. Вообще прям надо удовольствие здесь кататься. Люди уже есть, люди есть. В 6 утра встали или в 5. Сюда еще дойти сколько времени надо. О, смотрите, пёсели 3 штуки. Какие-то. А, вот это надо. Не, одинаковые они все. Еще гавкать уже умеет. Вроде белки. Уф, какая-то кучка насекомых летела, я прям мордой в них попал. В Березовском мы недавно были, да? Когда мы были? Месяц, наверное. Фу, в Березовском. На туристической тропе вот на этой. Там примерно от Алькуше до озера еще километров 5 идти. Я не знаю, может быть я самокат где-нибудь оставлю там. В районе Алькуша там, я не знаю. Или может прям с ним спустимся там. Там вроде бы есть спуск, вот где смотровая площадка. Я ездил как-то издалека, видел. Не знаю, получится там самокат или не получится. Здесь размыло прям эту землю вымыло, а камни остались. Смотрите, какое эпичное место. Сейчас покажу. Воды нет. А, чуть-чуть прям капает. Чуть-чуть капает. Но немножко. Пол-литра, наверное. Минут за 10 набрать можно. У нас не было, кстати, воды. Ну, после дождя стекает дождевая вода. Смотрите, как здесь. Вообще здесь балдеж такой. Блин, чего у меня опять там это? Надо, короче, силиконовую смазку купить, помрызгать. Течет вода, вода стекает. Нормальный такой ручеечек маленький. Ничего не вижу, здесь темно прям. Я в солнцезащитных очках вообще ничего не вижу здесь. Баллон торчит. Вот здесь даже тоже капает. Здесь тоже капает. Я чуть подальше пройду. Здесь покажу. Отсюда. Слышно, какая акустика здесь птица поет?
и вода там стекает. Ветр ноль, смотрите. Ни один листик не шелохнется. Тут, по-моему, никогда ветра не бывает, здесь всегда затишка. Дождем не пахнет, если честно. Пасмурно, да. Но, по крайней мере, ближайших 2 часа, наверное, точно дождя не будет. Здесь рекомендую. Самое лучшее место в парке вот здесь. Туристическая тропа. Всем рекомендую здесь пройти. Это прям вообще эпичное место. Конечно, далековато, километров 5, наверное, она. Нет, может быть, даже побольше. Протяженность самой тропы. Здесь место для отдыха, лавочки стоят. Иногда мы здесь сидим, когда гуляем. Интернет пропал, из зоны пропал. Здесь вон там тоже лавочка внизу. Вот. Но она всегда занята, там кто-нибудь сидит. Там вообще такое место. Отличные. Там посидеть, отдохнуть. Сосновый бор, 2001 километр написано. 2001 метр. Не знаю, кто табличку повесил. Давайте вот здесь покажу сейчас вам. Смотрите, какая зелени, сколько яркой, разной. 50 оттенков зеленого. А если бы солнце бы сейчас было бы, сейчас бы еще бы лучше все это смотрелось бы. А ярче бы, оттенков побольше было бы. А это дуб, смотрите, какой. Несколько дубов здесь. Дубовые листья. Шлем у меня сегодня с собой, не забыл. Вот она, вот эта туристическая тропа, вот эта идет. Мы сейчас с нее съедем, конечно, здесь. А дальше не поедем, потому что мы уже были недавно. А вот она идет по хребту, прямо вот здесь вот по хребту. Вот так вот идет. И там выходит на смотровую площадку. На грибок. И как бы ее конец считается. Место, конечно, такое эпичное, прям. А всем рекомендую в первую очередь сюда пойти. Я много видео здесь есть. Я даже дорогу показывал там от площади Ленина, от пар Ленина, короче, сюда, как дойти. Есть видео. Кому надо, напишите комментарий, я ссылку скину. Как дойти сюда. Вы можете, в принципе, не, по этому видео далековато вам. Я же в подъезд ехал. Напрямую. Поближе. Здесь над нами скалы. Тут бывает, обвалы происходят иногда. Вот за последние 3 года 2 обвала уже произошло. Здесь они как раз вот чуть дальше, вот здесь вот, метрах 500, наверное, отсюда продолжение туристической тропы вот прямо, а мы съедем вот здесь вот направо съедем, даже не середина, это, наверное, процентов 30 туристической тропы. Можно, конечно, оттуда идти, с той стороны, можно с этой. Стой, проехать что? Стой, проехать. Для интереса. Оп, оп.
обычно здесь большинство сходит, уже надоедает идти. Блин, все равно скрипят тормоза. И главное, какой? Задний, который только что побрызгал. Короче, фигня какая-то, не помогает она что-то. Брызгалка это, блин. Здесь вообще темно, прям. Как будто ночью еду. Здесь вообще такая заповедная зона. Тут тропинка вот идет туда вниз. Можно здесь срезать. Здесь, кстати, ручеек тоже есть. Вот здесь как бы под землей, наверное, проходит. Что-то не вижу воды. Но она будет сейчас, немножко здесь будет. О, кстати, смотрите. Я вот эту фигню знал, но не знал, что она именно здесь находится. Так, как же она поставить самокат-то? Сейчас покажу. Забыл, как это называется. Он держится вроде, да? Смотрите. Арт-объект. Руками не трогать. Гномы здесь, короче, живут. Хранители парка. А, парк Клики называется это. Хранители парка. Видите, какая? Сам нашел ее. Я знал, что где-то здесь примерно, а где именно, не знал. Теперь знаю. Смотрите, там такой вход. Интересно сделали, да? Гномы здесь живут. Арт-объект. Надеюсь, там видно что-нибудь. Ну, тоже здесь лесенки такие, веревочные. Хранители парка. Все из этих деревяшек, из коры, из палочек. Вон орехи даже грецкие. Там использовали все. Или еще где что есть. Может, ничего не вижу. Место прям вообще балдежное. Хранители парка. Хорошо я увидел, а так бы проехал. Че бы мимо пройдешь и не увидишь. Вроде больше нет нигде. Только вот это что показал. Вот здесь вот полазить бы, а? Вот здесь вот тропинка идет, там походить. Да я здесь ходил как-то. Один раз. Больше, по-моему, ничего нет, да? Я не вижу. Словпрово не помогла, это фигня. На месте, наверное, месяц не скрипели тормоза. Так, вот и передний немножко, и задний немножко, и передний немножко. Не главное, не всегда скрипят, а время от времени. А, вот вода. Здесь вода немножко есть, смотрите, ручеек. Большой ручей. Кстати, мы там выше пили даже один раз воду. Это прям у нее вкус, как у родниковой воды. Мостик бетонный. Бетонная плита лежит здесь.
конечно. Здесь, смотрите, тропинка пошла туда наверх. Конечно, пешком здесь надо шататься. Услышал. Слышите? Что-то я раньше как-то не слышал такого пения, какой-то необычный. Блин, вот обязательно кто-нибудь будет в этот момент идти. Птички не дают послушать. Тихо. Что-то я не помню такого пения, если честно. Скажите, орнитологи, есть на канале? Скажите, что за птица поет? Мне прям нравится. Ну, это не соловей. Соловей я знаю как. Слышно? Мы, конечно, не увидим, здесь вообще ничего не увидишь. Оно где-то вот здесь поет. Метрах 50. Давай. Интересно, что там за птица? Прилетело крупное. Давай еще попей, попой. Вообще. Еще балдеж, да? Ладно, надоело вам, наверное, слушать пение птиц. Сейчас еще где-нибудь остановимся. Вот здесь, тихо. А здесь другая, кстати, они перекрикиваются. Та была там, а эта здесь вот, левее. Они разговаривают между собой. Слышите? Их две таких. О погоде надо разговаривать. Ну что там, дождь будет, не будет? Балдеж вообще. Самая заповедная зона такая здесь.
здесь травку чуть покосили немножко. Может быть, этот, как его зовут? Давайте с той еще поедем. А борщевик, наверное. Стоит для разнообразия поездим. Сейчас эта решетка громыхать будет. Вот, я ее помню. А вот это не будет. А, что-то тоже гремит. У нас Ферренкур 2B57, а там 56 был. Вот, можете сюда прийти и птички послушать. Хотя, в принципе, их, они везде поют, но здесь как-то особенно. Здесь уже этих нет, этих не слышно. Это дрозд, дрозды, синицы. Вот это слышали? Вот этот дрозд был черный. А, я же слой хотел, что забыл опять все. О, что-то меня опять капнуло. На лоб что-то капнуло опять. Еще старые, что ли, эти капли падают. Вот дрозд черный, который сейчас пел. О, смотрите, видите? Вяхери, по-моему, что ли? Вяхери. Или горлица. Не, это вяхер, скорее всего. У него белое пятно на шее. Лесной голубь такой. Он сидит. Блин, вам не видно будет, это далеко. И вон еще один, и двое. Ниже вон один еще сидит. Кукушка, что ли, это? А, нет, это голубь тоже. Голубь воркует. О, одно деление пропало. А мы выключали, кстати? А, да, он выключался у нас. Хотел общий пробег посмотреть на сегодня. Выключался, сбросился. Вылез ЭПДист. Сейчас опять, наверное, решетка греметь будет. Не сильно нормально. Здесь налево был туристическую тропу. А, этот, как его называют? Ну, на конец туристической тропы, или на начало, если с этой стороны идет. Да что ли, до зари доехать, что ли? А что у нас, кстати, видео? Надо этот повербанк воткнуть. Там сейчас камера сядет. Вообще надо посмотреть, хоть снимает что-нибудь, не? Снимает еще, представляете? Включил. Блин, хотел этот еще. Да. Вот этот аккумуляторный блок купить, короче, дополнительный. То есть этот сел, снял, другой поставил. Он, блин, 7400 стоит, самый дешевый, короче. На Алиэкспресс нашел. Блин, дорого нафиг. Так бы сейчас бы раз воткнул его, второй блок, и нормально было. Хотя бы 1000-3-4 еще можно купить, но, блин, 24 дорого.
Вот приходится повербанк тыкать. На час 10 где-то. Нет, на час 15, наверное, где-то хватает. Съемки 4К 30 FPS и все. Едем мы туда, в сторону Зари, санатория. Стоя. На ультрасамокате White Siberia Verpo Pro. Тут, кстати, вот это 3600, 3 кВт 600 Вт, а новый нерпа, сможешь не проехать, а новый нерпа 4 кВт уже, чуть помощнее, и там колеса такие поставили, все дорожные, бортовой компьютер чуть друг, блин, этот бьется там, как его называть-то, баллон этот, блин, который нифига не помог, очиститель тормозов. Заповедная зона, видите, даже здесь. Любая хозяйственная деятельность, рекреационное использование территории запрещено. Блин, трава мокрая, мне прям башмак. Здесь все мокрое. Что-то как трава попала в эту колодку, что ли. Блин. В колодку, короче, какая-то фигня попала. Ладно, вылетит потом. Трава. Вот смотрите, столик здесь. Блин, что ты не стоишь? Здесь можно посидеть и отдохнуть. А лыча вот здесь растет. Тут обрыв. Блин, ну, наверное, этажа 4. Вниз лететь. Малое седло, вижу человек там. Ложбинки в этой малого седла ходят. Как песчинка. Здесь вот тропинка пошла туда, вот вниз. Не ходил ни разу туда. Там, по-моему, тоже вот тропинка какая-то есть. Блин, воду вылить, что ли? Чего я ее нашел? Она там болтыхается. Сейчас я попью, да и вылью ее остатки. Она вот так еду, болтыхается, короче. Короче, выливаю. Все равно я буш пить не захочу. Вожу только зря или. Сейчас пустая, это уже чуть гремень будет обратно. А во что не? Опять этот противоключевой. А сейчас их, наверное, не будет после дождя. Все мокрое. Смотрите, какой обрыв. Там насыпается этот. Штукатурка. Вон типа туевое такое хвойное дерево, не помню как называется, растет. Здесь трещина какая. Дубы растут. Вот здесь тоже столик, да, поставить?
Смотрите, какая красота. Это вон циркушка на возле санатория. А, вернее, на территории санатория Вилла Арнест. А там заброшенный недостроенный санаторий Кавказ. Соснами на крыше растет. Тут сможешь, вот, если бы циркушки это не было, кого Чернобыль. Кого мы в Чернобыле где-то. Каскад заброшенный. Блин, тут вообще высота, смотрите, какая. Страшно аж здесь стоять. Пятый этаж, наверное, как минимум. Ладно, идем, пока самокат там не угнали. Сюда редко кто ходит, мало кто про это место знает. Я сам так не так давно узнал. Случайно. Но бывает, что здесь и люди как-то. Я сюда заходил, тут люди были. Блин, мне кроссовки мокрые теперь об траву. Об траву намокли. Трава мокрая вся здесь. Тропинка такая протоптана, часто здесь ходит. А интересно здесь по этой вот тропе спуститься туда вниз. Не знаю, есть она там. Может быть, она там и заканчивается уже там. Может быть, там тоже обрыв. Все, выключился. Короче, по-моему, там просто этот. Мокрая земля, наверное, попала. Сейчас она притрется. Притрется. Корни здесь такие выпирают. Здесь проедем. Кстати, вот туалет бесплатный. Один из бесплатных туалетов. Мы проехали, я его даже что-то не показал. Сейчас микрофон поправил. Что я хотел-то? А, ладно, ничего не хотел. Стоя хотел ехать. Кормушка здесь для белок и для птиц. Самокат прям вообще прет. Я аж назад улетаю. Решетки все громыхают так. А, вот это нормально. Как-нибудь закрепить бы, чтобы они не болтали. Они болтаются просто в своих этих посадочных местах. Сейчас у нас будет Туевая аллея.
Смотрите. Интересно, надо проехать, как камера себя в этой темноте поведет. Мне прям интересно, сейчас будет, наверное, шуметь, наверное, будет. Света недостаточно. Давайте проедем, да? Проедем по ту ивой аллее. Лев Пещерный ее сажал. Тут какие-то ветки. Ветки мелкие валяются. Вот мы до конца доехали. Я как-то ходил туда дальше, но там дебрюки уже. Там смысла нет туда идти дальше. Ну, конечно, там интересно. Вот мы проехали вверх. Стой, проехали, сейчас сиди. Запах сырости такой здесь. Какая скрипит? Не передний, задний опять все равно. Все равно задний скрипит. Передний почему не скрипит? Ничего не понимаю, почему так? Сюда тоже вот по этой тропе я рекомендую сходить. Там вообще красота, красивые места. Как-нибудь сходите, у кого силы еще останутся. Кроссовки мокрые. Я еще и тряпочные одел первый день. А ходил в таких кожаных. И зря, надо было кожаные пока не снимать. Они не так впитывают влагу. Подъем такой большой, здесь как раз поднялся и грибок стоит, чтобы отдохнуть. Вот тоже плакучие ели эти, ряд целый стоит. Откуда же их привезли, с Канады что ли, кто-то говорил? Еще не помню. Откуда-то привезли издалека. Здесь они отлично прижились прям. Карельские сосны есть, прям нормально они прижились, много очень. Где-то в этом районе, или уже проехали? А, нет, вон он, точно. Кстати, пойдем заедем. Еще один бесплатный туалет. Третий. Но он, по-моему, не работает, да? Сейчас посмотрим. Например, раньше был вроде бы бесплатный туалет. А сейчас... А что я туда? Вот здесь оставлю его. Сейчас дойдем, посмотрим. А это уже вилла Эрнест, по-моему, вот эта загороженная территория. Туалет, не знаю. Может быть и туалет. Вот там открыта дверь. Точно туалет. Туалет. Смотрите, открыт, работает. Вот еще один бесплатный туалет, запомните. К
Кстати, краской воняет, как будто вот это вот недавно покрасили. А тут тоже открыть? О, даже написано, смотрите, окрашено. Осторожно окрашено. Тоже работает, смотрите. А кто из них мы, а кто из них Жо? Дверь покрасили и, видать, этот, буквы закрасили. Смотрите, а туда тропинка пошла. Интересно, блин. Интересно, куда она пошла? Самокат-то я не оставлю там. Как-нибудь надо здесь тоже пройти на разведку. Посмотреть. Так что вот еще один туалет, запоминайте. Один вот я там показал сейчас. Один еще вот на развилке на этой вот, где... Я его тоже показывал, но не в этом видео. Где... Ну, короче, вот перед подъемом на туристическую тропу, только с этой стороны. Бегун там. Бегун бежит. Бегун бегет. Доброе утро. Наверное, день в заре отдыхает. Опа! Или в Арнесте. Какой здесь? Или Шпикет есть еще, в принципе, санаторий здесь недалеко. Не смотри, здесь вот такой. Блин, а там так человек и стоит тут. Посередине, короче, в этой ложбинке. Малое седло. Вот здесь вот туристическая тропа идет, вот здесь вот. По хребту. И туда. Вот следы читок. Тут здесь уже недавно приезжал. Смотрите, я по следам проверил. А, он тот велосипедист, наверное, которого нам там встретился. Блин, а мне что-то стоит уже прям больше и больше все нравится ездить. Может мне, блин, нафиг снять сиденье вообще и стоит ездить? Не, оно, в принципе, не мешает, что его сильно пускать. Захотел, посидел, захотел, постоял. Нормально. Так. А вот здесь, может быть, проехать. Я давно здесь не ездил, кстати. Я не ходил. Здесь тоже такая редкая тропа. Я ее как-то обозвал. Тропа здоровья, что ли? Я ее так обозвал. Давайте здесь лучше проедем. Она как-то такая редкая. Мало кто про нее знает. Она туда как бы мимо красных грибов проходит. И на развилку на ту, к бассейну заброшенному выходит. Это, правда, плоховатая дорога, но... Для пешком вообще самый раз здесь ходить. Практически процентов, наверное, 90 людей даже не знают об этой тропе. Я их как раз покажу. Будет теперь знать. Запах, знаете, чего? Не знаю, как вот, ну прям сырости. Как в подвалах вот бывает. И цветение вот этого вот, всякого разного. Опять, короче, этот, что-то попал на этот колодку. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Короче, влажная трава, вот это вот все. А в колодку, видать, задевает, короче, какой-нибудь там мусор. Начинает прилипать. Прилипать.
Здесь, видите, здесь такие камни, короче. Каменистая такая тропа. Крупные булыжники. Так, потом. Потом перезвоню, короче. Вот облепиха здесь растет, смотрите. Кстати, вот может сейчас вот дожди пройдут. Сегодня дождик, завтра дождик нарисовали. Может грибы пойдут уже. Здесь вот размывает, бывает, дорогу. А после дождя поток воды идет. Видим, прямо вот здесь вот. Мы вниз спускаемся. Здесь такой достаточно крутой спуск. Как раз притираем колодки, короче. Сороки-то. Так, сороки орут обычно. Так, поворот. Вот мы, в принципе, до конца доехали. Как раз к бассейну, не к бассейну, а к этому дальше, к зеленхозу. Бассейн чуть-чуть подальше. Парковое хозяйство, короче. Здесь работники парка, там лавочки. Можно посидеть. А там чуть дальше красные грибы. Вот мы на велодорожку вышли, раз. Здесь, смотрите, мы, в общем, срезали прям. Значительно срезали путь, если бы там вот ехали. Бассейн заброшенный. Сейчас здесь попробую. Что-то мне здесь все сместилось. Давайте здесь проедем. По тропе, где я рухнул, короче. Где я рухнул. Давно на ней не были. Размыло, как здесь этот вода. Баллон там этот трахтит, блин, еще обрулит, задевает. Надо в рюкзак что-то переложить. Вот это место, где я рухнул. Здесь как поют. Че, влажность, блин, видите, все здесь все грязное.
чем самокат мыть надо. Самокат весь грязный. Баллон положу в этот рюкзак. Мешается, блин. Сколько мы уже катаемся-то, блин? Что-то я забыл. А, в 7, короче, мы, да? Ех ты, 8:50 уже. Нифига, мы уже что, 2 часа почти? А время пролетело, как будто, блин, минут 40 всего прошло. А это надо что, завершать-то нам репортаж-то? Сейчас придумаем, что нам делать. Сейчас мы поедем, проедем, а там где... А там наоборот наверх поедем, да? И выйдем на Пролинина. Сейчас посмотрим. Сейчас придумаем. Надо было мне все-таки там надо поехать. Длинное видео. Уже надоело вам смотреть. А мне кататься не надоело. Даже не устал ни грамм. Прям бы еще рассекал бы и рассекал бы. Погода тем более моя любимая. Поставьте плюс, кому нравятся длинные видео вот мои. Комментарии. Как раз посмотрим, сколько нас таких. Видите, размыло здесь. Землю вымыл, одни камни остались. Шлангбаум. Вот здесь родник, лягушка, кто вас показывал. Та машина, где стояла сейчас. Там уже воды набрать. Дорогу сделать, интересно. Ты камеру снимай, что ли? Снимает? Вот здесь проедем насквозь. Туда или там проехать. Ну, вот здесь будет лучше. Людей поменьше. По этим плитам. Даже сегодня вторую ни разу не включил. Все на первую гоняю. Все-таки. Да не, хотя бы. Подожди, это не было, как они вылезли. Так, вот здесь вот, справа. Больше скорость, меньше кочек. Запах какой.
какая-то трава цветет. Вот здесь развилка. В общем, один прогноз не сбылся. А на одном там сайте было написано, что ко времени дождь. Ну почти 9 часов уже. Большинство, конечно, нарисовали в 12 в час. Дождь. А так 10 там кратковременно очень много еще. Как раз сейчас мы про Ленина выйдем. Здесь тоже такая мини-туевая аллея. Можно было сегодня на дальняк поехать. Ой, сегодня же этот, как назвать-то, блин. Эти бегуны, короче. Каждую пятницу здесь какие-то эти соревнования проходят. Летние лыжники, короче. Летом тренируются так. А зимой на лыжах будут тренироваться, наверное. Ползет тут в горку, тем более. А с горки нормально, он идет, даже они едет. Эх, помню, у меня здесь тормоза что-то прям на Куговый один, по-моему. Короче, перестали работать вот здесь вот. Я тут ногами дотормаживал, блин. Чуть не улетел. Вон, смотрите, дорогу делают. Вот они сняли, короче, слой. Что, снялось? Но не полностью. Здесь тоже будет делать, да? У нас там фонтан тут работает, нет? Чуть не видать, не, не. А, работает. Сейчас покажу. Может, кто не видел, еще я показывал, в принципе, уже. Сейчас покажу. Напротив дворца Нарзанов в санатории. О! Как вам фонтан? Норм. Видно, я надеюсь. Нет, подальше, народ, отойти надо, наверное. Весь не попадал. Тут плаза в санатории. Нормальный фонтан, да? Все. И это у нас так длинное видео, блин. А, что-то... Блин. Здесь же ступенька. Нарзан привезли. Какой-то
из нарзанов привезли. Наполняет емкость. Потом туда на бювет будет подавать. Что-то в воде небольшие у нас сундуки. И сундуки надо в два раза больше. Бадью. Попить, что ли? Все.